Полмиллиона рублей единовременно получат выпускники вузов, которые приедут работать в села республики на предприятия агропромышленного комплекса. О новой мере поддержки заявил глава региона. 500 тысяч получат специалисты с высшим образованием и по 300 тысяч рублей выпускники средних профессиональных учреждений. Глава региона отметил, сельский труд становится все более привлекательным для молодежи. Однако заработная плата на селе остается достаточно низкой, хотя в прошлом году она и выросла на 8% и достигла в среднем 18 тысяч рублей. По словам Рустема Хамитова, это всего 60% от среднереспубликанской зарплаты. И новая мера – это привлечение новых кадров, которая в свою очередь отразится на производительности труда на селе.